Сегодня, 14 июля, ситуация в принципе стабилизируется на территории Республики Саха-Якутия. Всего за сутки зарегистрировано 60 случаев, в том числе в Мирном 5, в Нерингринском 5, в Хангаласском 2. Но продолжает оставаться напряженной на территории города Якутска, где зарегистрировано 31 случай, и в Алданском районе. Сегодня мы имеем один случай летальности. К сожалению, приносим соболезнования родным и близким. Всего у нас сделано свыше 2000 тестов за эти сутки, а в целом за весь период 250 тысяч исследований. Мне бы хотелось акцентировать в первую очередь вопрос в том, что, который очень часто задается сегодня у нас на телеграм-канале, в вопросах, значит, по поводу забора анализов. У нас с мая месяца изменилась методика, и сегодня, наработав клинический опыт и практические знания, мы сегодня уже не стремимся у каждого пациента забирать анализы в первый же день. Мы делаем анализы на 8-10 день, который дает более информативную картину, и если есть четкая клиника ковида, которую мы уже четко понимаем и определяем, мы анализы имеем право не брать вообще. Поэтому нашему населению я предлагаю успокоиться, сохранять спокойствие, вернее, правильно сказать, и заниматься, значит, самоизоляцией в первую очередь, извещать, значит, поликлинику либо станцию скорой медицинской помощи, что у вас есть признаки ОРВИ заболевания либо какое-то недомогание, к вам обязательно приедут, назначат лечение и будут контролировать либо в дистанционном, либо в онлайн режиме за вашим состоянием. При необходимости анализы заберут.